Здравствуйте, меня зовут Кирилл, я тренер компании Sony. В первую очередь я хочу поблагодарить вас за выбор техники нашей компании. Сегодня я вам расскажу, как легко и просто делать панорамные снимки на вашей фотокамере. Этот ролик начнет серию обучающих клипов по легкому и простому использованию вашей фотокамеры. Ваша фотокамера может снимать различные варианты панорамы. 3D-панорама и обычная. Для того, чтобы выбрать нужную вам, зайдите в меню. Найдите пункт 3D-съемка. Доступны несколько вариантов. Многоракурсный 3D-обзор. В этом режиме камера позволит вам сделать снимок и сымитировать 3D-изображение на экране фотокамеры. Панорамный 3D-обзор и обычное 3D-изображение. Свой выбор вы подтверждаете нажатием на центральную кнопку управления. Также доступны и обычные панорамные снимки. Для этого переключите камеру в режим интеллектуального панорамного обзора. Вы можете изменять размер изображения. Для этого вам необходимо зайти в меню и найти вкладку «Размер панорамного изображения». Доступны несколько вариантов: стандартная панорама, широкая панорама и панорамные снимки High Resolution с разрешением более 42 мегапикселей. Свой выбор вы подтверждаете нажатием на центральную кнопку управления. Также в панорамном режиме вы можете изменять и направление движения камеры. Для этого вам нужно нажать на нужную часть центрального круга управления. Доступны несколько вариантов движения: сверху вниз, снизу вверх, слева направо и справа налево. Я выбираю направление движения слева направо. Настройка камеры завершена. Существует ряд простых правил, следуя которым ваши снимки будут более четкими и композиционно правильными. Правило первое. Выберите начальную точку съемки и точку завершения. Широко разведенные руки дадут вам примерное понимание длины панорамного снимка. В зависимости от режима длина панорамного снимка может изменяться. Моя начальная точка съемки находится слева от меня, точка завершения находится справа от меня. Правило второе. Старайтесь максимально устойчиво стоять на поверхности. Для этого расставьте ноги на ширине плеч. Правило третье. Выберите начальную точку съемки и точку завершения в не слишком светлых или наоборот, не очень темных местах, для того, чтобы снимок в целом получился более правильным. Правило четвертое. Плавно ведите камеру в направлении, указанном на экране. Панорамный снимок готов. Отснятые вами панорамные фотографии в первую очередь вы можете просматривать на экране вашей камеры. Также вы можете просматривать их на компьютере и на телевизоре. Для того, чтобы просмотреть панорамные снимки на экране телевизора, вам потребуется подключить камеру с помощью специального провода HDMI, выбрать режим просмотра и нажать на кнопку Play. На экране телевизора панорамные фотографии смотрятся более интересно. Также вы можете просматривать и 3D. Панорамы. Для этого вам необходимо обладать 3D-телевизором и специальными 3D-очками. А особо понравившиеся панорамные снимки вы можете распечатывать, но сделать это можно только в специализированных лабораториях. Я надеюсь, что этот обучающий ролик был полезен для вас. Всего вам доброго! До новых встреч!